Круг чистой воды. Слушай, Уилкокс, Колин, это ты, Грэм? Ты уже знаешь об этом? Нет, о чем именно? Мы все в этих файлах. Сейчас, здесь. Я тоже там есть. Да, верно. И что тут такого? Ты не понимаешь. Я только что увидел это. Свой номер в пенсионном списке. Моя жизнь была расписана по годам и дням. Да, это хорошо для всех нас. У меня есть отец и мать. Они тоже ждут пенсии. Знаешь, я где-то потерял половину пенсионного списка населения Лондона. Вы закомпьютеризированы. Все в наших компьютерах. Ну и что в этом плохого? Да, но когда видишь такое впервые, черным по белому. Пенсия, угасание. Конец. Это ведь касается меня. 15 лет это ничто. Небольшой период жизни перед пенсией. Если ты понимаешь меня, я понимаю, спасибо. А что потом? Есть несколько вещей, которые ты можешь сделать. Удалиться. Купить дом в деревне. Жениться. Еще раз. Написать книгу о болотных арабах или что-то вроде того. Если посетит вдохновение. О, ты спасаешь мне жизнь, Флора. Я хочу пить, как никогда, спасибо. Послушай, раз уж я спасаю тебе жизнь, дорогой, может, купишь лотерейный билет? Сможешь выиграть замечательный первый приз из морозильника. Так что ты говорил, Грэм? Ах да, я говорил о... А ну да ладно, не имеет значения. Победитель 1-0-0, номер 100. Это следующий, мой 99-й. Эй, Грэм, у тебя 100-й номер. Предъяви его, Флой. А вот это, мой дорогой, есть первый приз. Тогда, в тот день, я подумал, что она заметила именно меня среди тысяч людей, проходивших по переулку мимо зоомагазина каждый день. Да, меня это заинтриговало. Это было странно. Каждый раз, когда я проходил, казалось, она всегда меня видела, глядела только на меня. А может, это просто моя фантазия? Но что бы я ни делал, она как будто чувствовала, что я здесь.
и смотрел на меня своими большими круглыми глазами. Понятно, что я был избран. И я находил это довольно приятным. Я отказывался верить, что она смотрела только на меня, потому что я прошел мимо нее с рыбой, самой прекрасной в ее жизни. Это, наверное, было что-то еще особенное. Что она во мне нашла? Я старался не принимать это всерьез, но должен признаться, что я был очень доволен собой. Много лет назад я путешествовал по болотам и видел, как выдры играют в грязи. Но там это было гораздо более забавнее. Это сразу бросалось в глаза. Сейчас она, больше чем я, была узником Лондона. Это хорошо. Прекрасные данные, хороший внешний вид. Я думаю, что номер она будет выполнять очень хорошо. Пожалуй, вы правы. Как вы знаете, я готов попробовать что-нибудь, но выдру никто никогда еще не делал номер, чтобы выдра сражалась с пламенем. Именно так. Смотреть, как это делает человек, никому не интересно. Это нечто другое. Да, я знаю, это будет забавно. Но сможете ли вы заставить ее делать это? Когда я закончу с ней? О, да. О, да. Видите ли, Фрэнк, выдры любят воду. Я назову свою выдру Митчбилл, из арабского шейха, с которым мы встречались давно, и чье имя заинтриговало меня так же, как это маленькое существо на картинке. Так, портрет подозреваемого. Голова круглая, уши прижаты, глазки маленькие, круглые, вид мрачный, движения неуклюжие. У дикой выдры, как правило, злой и жестокий характер. Они способны откусить человеку палец. Могут, сильно укусив, перекусить кость. Мясо выдры крайне неприятно на вкус и запах отдает рыбой. Однако католическая церковь разрешает употреблять в пищу мясо выдр по пятницам. Давай-ка договоримся, Митч. Ты не будешь меня кусать, а я не буду есть тебя по пятницам. Алло? Колин? Это так, да. Осматривается. В этот самый момент он решил выпить чашечку чая. Ведет себя так, как будто он жил в этом доме всегда. Сейчас он роется в мусорном ведре. И изучает содержимое. Осматривает мой стол. Настольную лампу! Ты что-нибудь слышал? Это у соседей сверху. Погоди-ка, кажется, кто-то стучит в окно. Я имею в виду в мою дверь. Алло, Колин?
я нечаянно уронил трубку. Вообще-то сейчас навожу порядок в своем комоде. Да. Слушай, Колин, думаю, у меня пора. Он, кажется, хочет пить, да. Митч. Стой, Митч! Митч, что ж ты натворил? Это были мои друзья. Я понял то, что никогда не смогу забыть. Вода для выдры так же важна, как воздух для птицы. Вода должна быть в постоянном движении и выполнять какую-то работу. Она должна содержаться везде и распространяться повсюду. Аквариум, конечно, решил бы проблему, но не окончательно. Выдре нужно погружаться и барахтаться, ныряя взад и вперед, как ей хочется. О, Митч, негодник, убирайся прочь. Get off. Иди сюда. Да успокойся же, Митч. Попался? У нас тут драма. Да, я заметил. Я бы пожал твою руку, будь она у тебя чуть посвободнее. Да, я знаю. Осторожно, ведро. О, я смотрю, у тебя тут небольшие изменения. Это защищает тебя от животного или наоборот? Когда как? Это зависит от обстоятельств. А что Митч Билл думает по этому поводу? Кстати, где он? Митч? Он расслабляется в своей спальне. Среди бела дня? Какая прелесть. О, я люблю такие перестановки. Правильные перестановки. Угощайся, ухаживай сам за собой. А что Митч делает в своей спальне? Наслаждается. Сказал, что будет принимать ванну. О, как трогательно. Ты нашел к нему подход. А что говорит хозяйка твоей квартиры? Она настаивает, чтобы я съехал отсюда. Это не так-то просто. В смысле, куда тебе съезжать? Она предложила поискать другое жилище. И еще, чтобы до этого я держал его в клетке. Держи. Присаживайся. Как? Ну, ура, ура. Ты уже так много переделал. Получилось неплохо, но все же это не лучшая идея. Я имею в виду, ты не можешь оставить выдру в Лондоне. Это будет жестоко. По отношению к людям, на самом деле. Тебе нужно найти дом для него. Думаю, ты абсолютно прав.
Ну, я должен решить что-то. И очень быстро. Что мне с тобой делать, Митч? В тот момент я по-настоящему понял и глубоко проникся мыслью, что я не просто купил выдру. Я сделал шаг, который изменит весь мой жизненный путь. Эта выдра стала частью меня, и я был связан с ней навсегда. С тех пор, как освободил ее из клетки. Послушай это, Митч. Хотите сбежать от суеты и шума? Эксклюзивный стиль для вас на западном побережье Шотландии. Идеальное место, чтобы писать. Аренда на длительный срок требует мелкого ремонта с последующим правом выкупа. Отойди от лампы, Митч. Подальше от города. Сбежать от суеты. Место, чтобы сбежать от суеты, Митч. Идеально подходит для писателя. И так-то просто путешествовать по миру на поезде с выдрой. Закон гласит, что это дикое животное, и его надо перевозить в коробке. Ну, во-первых, закон ничего не знает о выдрах и коробках. И еще я чувствовал, что теперь Митч полностью доверяет мне. И я не предал бы его доверие, засовывая его во что-нибудь. Я решил, что попытаюсь обойти закон. Купе первого класса с постелью. И билет для собаки. С вас 12 фунтов. Какой породы? А? Что? Какой породы, собака? Да, какой породы? Дайвер-терьер. Дайвер? Д-А-И-В-Е-Р. Пошли, Митч. Он сказал дайвер-терьер? Д-А-И-В-Е-Р. Терьер. Одну минутку! Сиди тихо, дружок. Оставайся здесь. Войдите. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. Могу ли я посмотреть ваш билет, сэр? А, да. Вы путешествуете в одиночку, сэр? В таком случае получше запирайте дверь. Закажете еду, сэр? Ах, да, спасибо. 10 часов. Да, сэр, это было бы замечательно. Одеяло. Вам нужен одеяло? Нет, нет. Этот вентилятор работает? Ну, он заработает, если вы его включите. Скоро я принесу обед, сэр. Спасибо. Так, Митч, теперь можешь вылезать. Митч? Митч! Thank you.
Простите, я думал, это была моя выдра. Это крыса! Не кричите, все в порядке. Итак, кто мне объяснит, в чем дело? Ничего, не переживай, Митч. Мне никогда не нравилось путешествовать на поезде. Пойдем. Смотри, Митч. Поедем на автобусе. Следующий будет... 6 часов. Пойдем, Митч. Идем. Тише, Митч. Как мне попасть в деревню? Лучше по той дороге, через холм. Я бы не стал с этим связываться. Ну, почему нет? Домик получше можно найти в нескольких милях отсюда, в другой деревне. И в нескольких минутах ходьбы. Но как я пойму, что это именно она? О, вы ее не пропустите. Понимаете, там есть коттедж прямо у моря. And after that, there's the sea. Пойдем, Митч.
Не падай духом, Митч. Это в нескольких минутах ходьбы. Пойдем. Устал, мой пушистый друг. Мне жаль, Митч. Слушай, мы прекрасно обойдемся без поводка. Он здесь не нужен. Нам сюда, Митч. Эксклюзивный европейский коттедж. Идеальное место для писателя. Требует мелкого ремонта. С правом последующего выкупа. Но для меня в этот момент в моей жизни здесь было самое красивое место в мире. Место, о котором я знал, что хочу быть здесь. Спать, Митч. Не думай о плохом. Спи. Нет ничего лучше холодного душа утром в ручье. Да выпей. Я понял, что ручей и море придают необыкновенную неповторимость этому месту. Они сверкающим серебром окружают луг и превращает Камусфиарну почти что в остров. Пойдем, Митч, хватит мечтать. Вылезай, пора все организовывать. Митч, давай. Извини, Митч. Я загляну в деревню. Ты пойдешь со мной в следующий раз, если мне там понравится. Не делай из этого проблему.
Вы можете подождать? Магазин сегодня откроется? Это зависит от обстоятельств. Зависит от чего? От того, что поймают рыбаки. Понятно. Что вы хотели? Немного спирта. Попробуйте спросить у доктора. У доктора? Ага. Первый дом за углом. У нее есть лекарство и спирт. Спасибо. Не стучать в часы приема. Просто входите. Прием с 10 до 12 утра. Вход в ту дверь, доктор там. Садитесь, пожалуйста. Мне сказали, что доктор был здесь. Да? Вы? Я понимаю. Я подумал... Да? Я подумал, что вы дочь доктора. Да, это я. Мой отец умер 8 лет назад. Когда я получил образование, я решил продолжить его практику. Вы его знали? Нет. Ладно, не буду отнимать у вас время. У меня сущая ерунда. Пожалуйста, садитесь и расскажите мне, в чем проблема? Имя? Мэрил. Две буквы Л. Да, верно. Возраст? 39. 39? 40. Где живете? Лондон. По крайней мере, два дня как оттуда. В отпуске? Нет, я здесь по личным делам. На что жалуетесь? Ну, я... Позвонок. 8. Да, у меня, наверное, смещение позвонка. Скажите, у вас было это раньше? Нет, никогда. Снимите вашу одежду. Вы можете коснуться пальцами ног? Да, легко. Прямые колени. Так труднее? Немного труднее. Прилягте, пожалуйста. Я боюсь, что мои руки немного холодны. Больно? Да, больно. Одевайтесь. Я думаю, это перенапряженные мышцы. Хороший отдых на жесткой постели. Это самое лучшее для вас. Но, думаю, это нетрудно устроить. Пейте по 2 каждые 4 часа, чтобы уменьшить боль. Приходите ко мне в течение нескольких дней. Благодарю, обязательно. Ах да, еще одна вещь, прежде чем я уйду. Вы не могли бы дать мне немного спирта? Для моей плитки. Джанет? Вы уверены, что это именно для вашей плитки? Да, конечно, уверен. Джанет, вы можете дать немного спирта мистеру Мэрилу? Для его плитки. Все в порядке. До свидания. Да, конечно. Сегодня утром лебедь не причинил вам боль? Нет. А с чего бы? Он мог бы сломать вам руку. Я знаю, но птенец зацепился за проволоку, вы видели? Я видел. Ты должен мне помочь, Митч, не балуйся. Я всегда с большим уважением относился к людям, которые собирают всякие вещи на пляже. Теперь я собираю каждый кусок дерева.
Интересно, как их использовать? Вскоре я понял. Это не проблема. Будем на них сидеть. Вот что? Это то, что я называю выдростойкая краска. Не лезь. Мидж! Что? А это мидж то, что я называю выдра-преграда при ремонте крыши. Что? То, что я идиот, вот что. Если Мич позволял мне сделать запланированные дела до вечера, у нас было немного времени, чтобы пойти на пляж, который был с северной стороны холма. Боже мой, кого вы поймали? Морское чудище, принесенное приливом. Морское чудище. Это были его следы? А какого черта вы здесь делаете? Играем в прятки. Играем с выдрой. Понимаю. Это обученная выдра. Ну, а можно посмотреть? Он живет здесь, со мной. Здесь? В этой красивой бухте? Вы, кажется, разочарованы. Я беспокоюсь о выдре. Спасибо. Извините. Я не хотел показаться грубой, но я никогда не думал, что можно было бы жить тут. Здесь всегда все было так нетронуто, безупречно. Постараюсь здесь ничего не изменить. Доктор. Мэри. Грэм. Хотя вы же знаете мое имя. Мич, иди ко мне, познакомься с Мэри. Кусается? Иногда. Но я думаю, вас он не укусит. Пусть даже не думает. Иди. Как его зовут? Мич. В честь одного арабского шейха. Он очень красивый, несмотря на имя. Хорошо, что я не взяла с собой Джонни. Кто это Джонни? Моя собака. Я слышал, что собаки и выдры считаются смертельными врагами. Да, но Мич не знает, что он выдра. Забавно. Но Джонни тоже не знает, что он собака. Ладно.
Не буду мешать вашей игре. Во всяком случае, я должна вернуться в клинику. Вы придете снова? Может быть. И берите с собой Джонни. Ах, да. Кстати, как сейчас ваша спина? Как сейчас что? Ах, моя спина! Да. Излечилась. До свидания, Митч. Не беспокойся, Митч. Она не в моем вкусе. Я тоже не прочь попробовать дикого гуся на обед. Но не летом же. Когда они выращивают потомство. Фидж? Были серые гуси. Дикие птицы шотландского побережья. Их родители застрелили охотники. Но они не испытывали страха. Они руководствуются инстинктом, следуют за кем-то похожим на их мать. Даже за выдрой. Было совершенно ясно, что нравится нам это или нет, наша семья увеличилась на четверых. Так называемый мелкий ремонт растянулся на несколько недель. Когда, наконец, мой дом был в порядке, я уселся делать работу, которую выбрал для себя. Писать свою книгу о болотных арабах. Что-то здесь было неправильно. Тут пришла в голову мысль. А ну-ка, друзья, если вы хотите научиться летать, пойдемте, покажу небольшое упражнение. Пошли. Пойдем. Пошли. Вы идете за мной? Вы так никогда не полетите. Вы должны махать крыльями, хотя бы иногда. Пойдемте.
Давайте попробуем еще раз. Так, на исходную позицию, готовы взлететь? Пошли. Ну, что, готовы? Вы начинаете медленно и грациозно. Смотрите и повторяйте за мной. Медленно и быстрее. И быстрее, и быстрее, и быстрее, и быстрее. И Нам с Джонни кажется, вы давали урок. Да нет, я. Видите ли, я... Не нужно оправдываться. Я пришла познакомить Джонни с морским чудищем. Я пытался... Научить гусей летать. Пугаете собаку. Извини, Джонни. Пойдем, познакомишься с Митчем. Вы уверены? Джонни очень игривый. Подождите здесь, я пойду и найду Митча. Садись, садись сюда. Ты познакомишься с Митчем, Джонни? Закончить здесь свою книгу. Но почему вы пишете книгу именно о болотных арабах? Потому что когда-то я жил там. Прежде чем стать менеджером, понимаю. И развестись. Иди сюда, Джонни. Должен остаться здесь. Не беспокойся, Джонни. Там ничего нет, кроме старых ящиков из-под рыбы. Но так будет лучше, заметьте. Сиди, Джонни. Будь хорошим мальчиком. Только рыбные ящики. Это прекрасно. Успел первым, Митч, чемпион. В первую очередь ты должен предложить сесть, да. Я думал, он просто не привык к посетителям. Но он сегодня просто молодец. Подготовил нам все для ужина. На? Да, вот. Я надеюсь, получится вкусно. Когда мы приехали в Камусфиарну, угри мигрировали через ручей из моря.
Это решило проблему еды для Митча. Я просто открывал утром дверь, и завтрак уже ждал его. Но это было летом. А теперь угри перестали заходить в ручей. И в один прекрасный день они исчезли полностью. Сезон закончился. Они вышли из моря и в него же вернулись. Теперь угри не будет до следующей весны. Вот здесь, за это изменение 99. А мужчина-то который здесь? Этого можно было ожидать. А также марку за 4 пенс. Только одну? Да, да. Ты же знаешь, я ничего не имею против животных. Но выдра... Я тебе так скажу, он очень странный. Очень странный. Ах, очень странный, без сомнения, да. Я не знаю, есть ли у него работа. Ты думаешь, у господина Мэрилла есть деньги? Готова поспорить, что у него никогда не было своего дома. Очень трудно его понять, никаких ключей к разгадке. Я бы тоже хотел выяснить, Флор. Здравствуйте, Джин. Привет, Мэри. Здравствуйте, Дрю. Как ваше самочувствие сегодня? Прекрасно. Вам уже лучше? Да, лучше. Не надо же было такому случиться. Никогда бы не подумал, что наша леди-доктор... О, это вы, Мэри. Доброе утро, Сара. Здравствуйте, Флора. Ну, могу я вам еще чем-нибудь помочь, Флора? О, я возьму марку за 4 пенса. Еще одну? О, всегда хорошо иметь запас. А что вы хотели, Мэри? Грэму нужно отправить телеграмму, и довольно важную. Ах да, сию минуту. 20 слов в общей сложности 8 фунтов 4 пенса. Включая адрес, конечно. Можно отправить побыстрее, чтобы завтра утром получить ответ? Ничего серьезного, надеюсь? Надеюсь, что нет. 8 фунтов и 4 пенса. Спасибо. Я повторю это сообщение. Чтобы быть уверенной. Клиффорд Уилкокс, 22, Беттеси Парк, Лондон, СВ-15. Ситуация с едой безвыходная. Пожалуйста, вышли большой контейнер. Живых? Угрей? Подпись Грэм. Все верно, Сара? И не забудьте отправить. Нет, нет, я не забуду отправить. Живых угрей? Что это значит? Эти лондонцы такие странные. Ты имеешь в виду Грэма? Вот ваша рыба. Гарантирую, вы будете довольны. Доброе утро, сэр. Доброе утро. Могу ли я вам помочь? Да, у вас есть живые угри? Живые? Да. Нет, сэр, нет. Не в это время года, сэр. Ах, какая жалость. Вот что, возможно, вам смогут помочь в том магазине. О, большое спасибо. Не за что. Могу ли вам помочь? Да. Мне нужно несколько живых угрей. Угри? Сейчас они у нас есть. Вот угри. Я понял. Как-то они мелковаты. Так, большой контейнер. Я думаю, мне нужно 400 или 500 штук. О чем они? Оптом по 7, а вообще не по 10 фунтов за штуку. Ну что же, большое спасибо. Еда для Митча становилась реальной проблемой. По много часов в день я ловил рыбу. Вернее, пытался ловить. Здесь было много гигантских акул, которые мигрировали с севера на юг. Они были совершенно безвредны, питающиеся планктоном, беззубые. Устрашающие только своими размерами. Пока я смотрел на них, пришла мысль об акулах совершенно в другом свете. Как-то в один год были поставки филе акул.
что-то забыли? О, нет. У вас есть большой морозильник? Ну, можно сказать, что есть. А он работает? Включали как-то раз. Вскоре после окончания войны. Неужели так давно, господин Кэмерон? О, нет. Сложно объяснить. Но если вы заинтересованы, можете взять его за несколько шиллингов. На некоторое время, конечно. Благодарю вас. Но каков шанс, что он заработает? Ну, приложите к нему руки и попытайтесь его уговорить. Скажу так, у него будет один шанс на миллион. Быстрее! Быстрее! Еще быстрее! Держись! Используй весла! Опасный. Нет, я говорил, что у них нет зубов. Так было написано в книге. Я вам помогу.
И, наконец, вся акула была помещена в морозильную камеру. Теперь не смогу оставить Митча дома, когда ухожу. Надо следить, чтобы он не объелся. Еда, Митч! Смотри, Митч. Не мешай Мэри. О, Митч. Рада тебя видеть. Я уже начала думать, что ты ко мне не придешь. Что забыл про меня. Вот, Митч, ешь, пока не остыла. Бедняга Митч, он, должно быть, проголодался. Еды на целый год. Такое простое решение этого вопроса. Такое простое? Теперь не надо ловить рыбу для Митча. Я свободен. Теперь у меня нет повода откладывать и дальше свою книгу. Иди, Митч, ешь. Давай. Митч, вернись! Митч, Митч! Мидж! 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 Что скажете, Грэм? Он как будто нарочно. Вряд ли. Да вы не волнуйтесь. У нас почти 400 акульих стейков в морозильнике. В конце концов, все любят акульи стейки. Надеюсь, вы правы. Мидж. Вот уже две недели у нас на обед вареная, тушеная акула, акула-гриль, жаркое из акулы. Тут я полностью согласен с Митчем. Гигантская акула не годится в пищу как людям, так и животным. Отчаявшись, я пошел добывать рыбу в порту. Надо сказать, я решил купить рыбу нескольких сортов. Right away we're going a lovely bit of mixed fish here now. What do you see on him? I'm at six ball. Six has been on three. I'm 6 bit of half. So six half been nine. A six and nine on seven or seven bit. Seven shows on three. Seven 3 been on about a half. A seven half been nine or seven nine on eight bob. Eight been on three and 3 bit of half. Eight half been nine. Eight and nine on nine bob. Nine shows all through at nine bob. Nine bob. Right on we go now. Piece of haddock. Now what do you see on it? On the haddock's there. I'm ready, Bob, again. 8 bit again, not 3, and 3 bit a half. 8 half and 9, I'm ready, 9 on 9, or 9 bit, not 3, 9, 3, not a bit a half, and 9 half and 9. 9, 9 on 10, or 10 bit, 10 a half. 10 half bit, 11, 11 half, now is that 12. 12 shilling. 12 bit, y'all finish at 12, Bob. Over there now. What do you see now? On a bit of cord here. On the cord. I'm ready, chilling the cord again. Thank you.
Молодой человек, вы берете понемногу разного типа? Да, просто чтобы убедиться. Несколько различных видов. Все, кроме акулы. О, напрасно. Если что-то, мы сможем договориться. Нет, спасибо. Я правда не хочу. Но ведь нет ничего лучше, чем хороший акулий стейк. Теперь можете закрыть ваши окна. Извините. Кажется, как будто все решили провериться сегодня. Что-нибудь известно о Митче? Нет, ничего. Хотя, пока мы к вам шли, Джонни непрерывно смотрел и тявкал в сторону маяка. Как будто он видел что-то, что я не могла увидеть. Маяк? Я сомневаюсь в этом. Митч так далеко не ходит. Но все-таки нужно посмотреть. Помогите нам! Мишу! Мэрди Хони! О, ши-ши! Мэрди Хони! Плакаме, около НАТО!
На, фешка брия. Хайер, орлинг. Это господин Мэрил. А, чирм. Нашим фир, она порох чидм. Коньком пленила, гвихал то рыщ. Что он сказал? Говорит, сегодня хороший день. А что насчет Митча? Ершина ворог дура. А хайл шин. Веган, шо. Тайр ин лах. Ирин крикин шин хоу. Они сейчас в море, и их двое. Ваярич, Хэник, и них кухуком. Чуешь камакос. И Митч, и другой? Что? Он сказал, что выдры почти касались его ног. Анчин, новиэтер фалав. Го, Эллендру. Что он сказал? Он уплыл. В сторону острова Друн. Что вы собираетесь делать, Грэм? А как вы думаете? Хочу забрать его, конечно. Что ж, я попытался найти его, но у меня не получилось. В конце концов, он никогда не плавал так далеко, за исключением ручья или в ванной. Грэм, смотрите, что это там? Где? Там. Кажется, это... Митчу потребовалось некоторое время для восстановления.
Он, казалось, потерял всякое желание покидать Космосфиарну, даже вместе со мной. За исключением купания в ручье. Я понял, что я рисую, когда разговаривал с Митчем. Но рисовать выдру на суше так же скучно, как птицу в клетке. Я должен был сделать это, когда он находился в воде. Я хотел запечатлеть Митча на пляже, чтобы удовлетворить мое небольшое художественное честолюбие. Мэри, оставайтесь там, я сейчас выйду. Что вы там делаете? Ничего. Так, небольшой бассейн. Я принесла телеграмму. Она пробыла на почте несколько дней. Должно быть не очень важно. О, спасибо. Это стоит прочитать? Я сомневаюсь, что стоит. Плохие новости. Что такое? Я должен ехать в Лондон. Когда? В начале весны. И зачем я взяла ваши телеграммы? Захотите взглянуть на Митча? Кстати, приходите 21-го на день рождения. Ваш? Нет, Митча. В воскресенье. Ну, я думаю, я могу прийти. Откуда вы знаете, что 21-го? Это первый день его знака. Водолея. Иди, Митч, а то пропустишь свой день рождения. Я надеюсь, эта штука работает. Come on, Mitch. Плавательный бассейн. Иди-ка, Джонни. Иди, хороший мальчик.
Осень в горах начинается с того, что птицы собираются вместе. Лебеди повернули на юг. И мои гуси, наконец, научившись использовать свои крылья, присоединились к диким птицам в небе. Первый снег в Камусфиарне выпал на этой неделе. К радости Митча. Ты не понимаешь. Это командировка. Мне нужно решить дела. Вылезай, Митч. Послушай, Митч. Один день туда, один обратно. Тяжелая поездка автобусом, затем поездом. Да, Митч, поездом. И я уеду на неделю. Семь дней. И расставание как испытание. Смотри, Митч, это не навсегда. С тобой идут Мэри и Джонни. Для прогулки в деревню. Грэм, я надеюсь, поездка пройдет успешно. Я буду скучать по вас. Спасибо за заботу о Митче. О, это на тот случай, если он попытается следовать за мной. Ну, я пойду, пока он не видит. До скорого. Пока, Митч. Ha!
сюда, Джонни. Не нужно быть таким трусишкой. Давай, искупайся. Вода чудесная. Не так ли, Митч? Давайте, вы двое. Я опаздываю на прием. Пошли. Манто из меха выдр. Цена 100 гиней. Бьюсь об заклад, доктор, но в нападе было холодно. Да, было, Ангус. Вы можете вымокнуть на обратном пути. Скоро начнется дождь, надо поспешить. Я поняла. Джонни! Митч! Ангус! Ну это ж просто выдра, доктор! Спасибо. Какая приятная неожиданность. Не ожидал, что кто-то встретит. Ну, я подумала, что могла бы прийти и посмотреть, не прибыл ли автобус. И как дела у самого красивого доктора Шотландии? Хорошо. Как Митч? Хорошо. Не смешите меня. Бьюсь об заклад, что он вторгся в ваш кабинет и устроил там беспорядок. Нет, он вел себя отлично. Ладно, я привез ему подарок. То, что он любит. Холодненький. Грэм. Это шутка. Митч мертв. Thank you.
Не двигайтесь, не вставайте. Я никогда раньше не видел писателя за работой. Выглядит странно, да? Привет. Я не приходила, Грэм, потому что на прошлой неделе... Были заняты? Да, да, именно так. Ну, как вы видите, я пытаюсь писать. Замечательно. Как продвигается книга? Очень хорошо, очень хорошо. По крайней мере, я уже написал название. А я думаю, это неправильное название. Я должен направиться в Аравию, чтобы написать ее. Покинуть Камусфиарну? Да. Вы сможете? Нет. Но я не могу провести остаток жизни, живя в хижине на берегу моря. Почему нет? Может, это ваша миссия? Потому что я просто сбегу. А когда? Я не знаю. Я покажу вам, что я имею в виду. Пойдемте, покажу. Это то, что отвезет вас в Аравию? Это я нашел на пляже 2 дня назад. Что это за знаки на флаге? Старинные. Где-то так, 15 века, я бы сказал. Ну, конечно. И передвигается на бочках из-под бензина. Используется для перевозки паломников. К Мекке? Конечно, нет. Я думаю, что это были католики. Очевидно, Робинзон Крузо был католик. Вот это очень деликатная тема. О, это тоже древнее? Ага, монокль для древнего кита. О, вот это очень интересная вещь. Деталь модного женского гидрокостюма. Весьма хорошо сохранившаяся. Грэм. Не может быть. Мы можем наблюдать за ним с холма. Они пришли в бассейн Митча. Разве дикие выдры пришли бы сюда? Если только... Мэри, вы помните, что говорил смотритель маяка? Рон! Но здесь, наверное, десятки диких выдр. Да, но эти детеныши Митча... Разве не должно быть именно так? Дикие выдры, купающиеся в ручье. Мидж.
where sun and wind play on a ring of bright water. That's where my heartland will be. The deer on the hill in the first snow of winter, the gull in the sky winging free. I wandered away from the dark crowded city, leaving my old life behind, and came to a place where a ring of bright water dazzled the care from my mind. So I live with the wonder of the sky and the sea, and I'll always remember who revealed them to me. But now you are gone with your whirlpools of laughter, racing me down to the sea. But I always smile when a ring of bright water echoes your